Это лайв прямой эфир. Спасибо, что вы с нами. Среди ночи мы начинаем события на Украине. В центре Киева сегодня стреляли и взрывали гранаты. Служба безопасности местная провела антитеррористические учения в самом центре столицы. Два транспорта и пешеходы перекрыли движение. На учения были задействованы десятки силовиков, представители СБУ, службы безопасности, уже упомянутые МВД, национальной полиции, военнослужащие, вооруженные силы Украины, госслужбы по ЧС. Это аналог нашего МЧС. Учения вызвали настоящий переполох среди гражданского населения. И все почему? Не до всех было донесено, что бои будут хоть и учебные, но буквально у них под окнами.